за какую сборную болели? А за кого болели? Конечно, вся страна болела за Россию. И я считаю, что нам немножко просто не повезло. Вообще чемпионами должны были быть мы. Это наш кубок был, но вот так немножко не получилось. Я должен сказать, что наша сборная в любом случае была очень достойной. Они показали прекрасную игру, и я уверен, что вот, у нас появилась большая уверенность в нашем футболе. Все время пытались сказать, что Россия не способна что-то сделать в футболе. Она способна, и наша сборная это показала.